Пассажирский автобус, следовавший из Фурманова в Иваново, попал в ДТП. Столкновение с автомобилем Нива Шевроле произошло в 9 километрах от областного центра в 12 часов дня. По предварительным данным, Нива выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автобусом «Богдан». По непонятным пока причинам водитель легковой автомашины не справился с управлением и пересек сплошную полосу. В результате столкновения погиб водитель легкового авто. 5 пассажиров микроавтобуса, в том числе 3-летний мальчик, получили травмы.